У одного ребенка он родился, у него было родимое пятно за коленкой, я не помню на какой ноге, родимое пятно до самой пятки, от колена до пятки. То есть икра одна полностью была в родимом пятне. И сестричка, она за новорожденного своего ребенка, она молилась 3 месяца. И однажды, когда она молилась во время эфира, она просто стала применять все возможные, ну, внутри себя инструмента для того, чтобы принимать по максимуму, просто как губка впитывать то, что говорят Божьи люди. И в тот момент, когда она принимала, она говорит, я в какой-то момент поняла, моя вера, она достигла максимума. Через неделю у ребенка нога была полностью чистая. Слава Господу! И она говорила о том, что, ну, супруг, он даже не верил, что такое возможно. Но Господь исцелил. Господь, мы благодарим Тебя. Мы благодарим Тебя, драгоценный, за Твои свидетельства. Мы благодарим Тебя за славу Твою. Господь, и мы просим, Господь, мы благословляем каждого человека, который смотрит нас в камере, который будет смотреть нас в записи во имя Иисуса Христа. Господь, пусть их вера, она принимает по максимуму, принимает все то, что Ты делаешь, Господь. То, как Ты хочешь, Господь, мы благословляем вас, братья и сестры, мы благословляем ваши жизни, мы благословляем ваши тела. И во имя Иисуса Христа мы говорим и исцеление, Божье исцеление сейчас в ваши тела во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса Христа. Мы высвобождаем силу Божью в ваши тела во имя Иисуса Христа. Господи, мы благодарим Тебя за то, что Ты производишь свое действие в телах наших братьев и сестер, в телах их родных, близких, детей, Господь, благодарим Тебя. Слава Тебе, наш Господь. Слава Тебе. Аллилуйя.